Всем привет! С вами Марина из Диномамы. Сегодня я расскажу вам про ботиночки из зимней коллекции марки Superfit. Модель это унисекс. В зависимости от расцветки отличаются модельки для мальчиков, для варианта для мальчиков и для девочек. До 30 размера модель производится, то есть она малышковая. На 31 уже такую модель не ищите, их не бывает. Ботиночки очень легкие. У них есть мембрана Gore-Tex, то есть они, у них отличная защита от влаги, нескользящая подошва, гнутся хорошо, две липучки. Вот так вот можно их широко раскрыть. Внутри можно увидеть подкладку из искусственного меха. И здесь окантовка из флиса. И также стелька внутри съемная. Она из натуральной шерсти. Ботиночки эти не самый теплый вариант, который есть в коллекции зимний Superfit. Они где-то примерно на плюс 5, минус 10 градусов. Такую температуру, так как еще раз малышовая модель. То на самые-самые холода лучше купить что-нибудь, например, валенки Куума. Более теплые модели. Или же, например, ботинки Викинг. Теплые зимние. А это вот отличный вариант на межсезонье. Легкие, невысокие, тепленькие. То, что нужно достаточно часто, например, в средней полосе России. Большую часть зимы детки ходят в таких ботиночках. Это моделька для девочек. Контрастная розовая подошва. Малиновая, я бы сказала. Это моделька для мальчиков. Также можно как унисекс использовать. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.